Сегодня стали известны новые подробности скандального дела о покушении на балетмейстера Сергея Филина. Плеснуть кислотой в лицо стоило 50 тысяч рублей. За такую сумму исполнитель согласился изуродовать худрука Большого театра. Троих фигурантов этим утром доставили в Таганский суд Москвы. Сейчас там решается вопрос о мере пресечения для каждого. За процессом следит наш корреспондент Кирилл Алексеев. Он выходит на прямую связь со студией. Кирилл, здравствуйте. Что известно к этой минуте? Здравствуйте, Анастасия. Но вот уже больше получаса решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении заказчика нападения на худрука Большого театра Сергея Филина. Павла Дмитриченко под вспышки фотокамер проводили в зал заседаний, где он отвечает на вопросы судьи. До этого по пути солист Большого заявил, что не признает свою вину, хотя вчера дал признательные показания и отметил, что хотел лишь припугнуть своего руководителя, а исполнитель Юрий Заруцкий, который должен был несколько раз ударить Филина, начал импровизировать, что привело к чудовищным последствиям. Напомню, что 17 января ночью около дома 9 на Троицкой улице на Филина напал, как уже теперь известно, Юрий Заруцкий. Он плеснул ему в лицо кислотой, после чего скрылся на поджидавшей его машине. Водитель также задержан. Он неоднократно возил исполнителя по адресам. Они выбирали место, где лучше напасть на худрука. Отмечу, что расследованию предшествовала долгая работа. Следователи провели очень много различных экспертиз. И после результатов биллинга с места преступления Заруцкий неоднократно звонил Павлу Дмитриченко. Стало понятно, кто это совершил, и всех задержали. Также стало известно, что за это преступление Заруцкий получил 50 тысяч рублей, а водитель в 10 раз меньше. Многие не могли поверить, что артист, солист, звезда Большого мог пойти на это, ведь у него были роли во всех главных постановках Большого, но и он не мог на что-то жаловаться. Но позже сам Дмитриченко пояснил, что на это преступление он пошел из-за того, что его близкой подруге не давали ролей во флагманских постановках театра. И с помощью кулаков он решил эту проблему как-то исправить. Но в данный момент вот в зале суда решается вопрос, останется ли Дмитриченко на свободе или его возьмут под стражу. Его адвокат просит отпустить под залог, под внушительный залог, или хотя бы оставить под домашним арестом. Сам Дмитриченко тоже высказывается в пользу свободы. Давайте послушаем, что он сказал в зале суда. Как-то решит суд, но что касается вот со стороны следователя, он говорит, что я могу скрыться куда-то. Во-первых, у меня паспорт загранпросрочен, у меня нет загранпаспорта. Я скрыться никуда не могу. Вот. И я никогда ничего не прятался в жизни, не прятаться не буду. И тем более от этого процесса, от которого зависит, в принципе, моя дальнейшая судьба. Но какое бы ни было решение, все равно Дмитриченко грозит до 12 лет лишения, так как это очень тяжкая статья, и двум его подельникам также грозит такой же срок. Останется ли под арестом солист главного театра, узнаем уже через несколько минут, но по другим фигурантам станет известно намного позже. Анастасия. Да, Кирилл, спасибо. У здания Таганского суда в Москве дежурит Кирилл Алексеев. Ждем решения суда по мере пресечения для фигурантов дела Сергея Филина.